мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Верховный Курал-Тувы принял закон о гарантированном выделении земли для жилищного строительства женщинам, достигшим 50 лет, и мужчинам 55 лет и старше. Главное условие выделения льготных гектаров – это проживание в сельской местности не менее 5 лет. В целях сохранения существующих гарантий для указанной категории граждан в свете предстоящих пенсионных преобразований внесены изменения в конституционный закон о земле. Об этом сообщают сами законотворцы. Напомним, что Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. На следующей неделе Тувинская государственная филармония имени Валерия Халилова откроет свой 50-й концертный сезон. К полувековому юбилею артисты готовятся основательно. В планах директора филармонии Игоря Дылуш вернуть симфонический оркестр к акустическому звуку. В настоящее время в Тувинской государственной филармонии работают Тува Джаз Бенд, группа Хартыга, духовой оркестр правительства республики, симфонический оркестр имени Виктора Тока. Оркестр имени Виктора Тока создан в 1966 году. В его составе было всего 16 музыкантов. Раз, два, три, четыре. Как говорят сами артисты, непоправимый урон оркестру нанес развал СССР. Именно отсутствие финансирования отрасли культуры и что повлекло за собой исчезновение подготовки молодых кадров. Именно поэтому в настоящее время оркестр сотрудничает с учениками струнного отделения школы и колледжа искусств республики. Вита Тюлюш занималась скрипкой с 8 лет. Получив образование, девушка, недолго думая, решила работать в симфоническом оркестре.
Сегодня можно смело утверждать, что симфонический оркестр переходит на новый уровень – музыку без микрофонов. Стоит отметить, что в новом концертном сезоне зрителям будут представлены совместные концертные программы симфонического оркестра с такими именитыми солистками, как Софья Караул, Эльвира Дакулак и Дамырак Мангуш. Любители самого популярного хобби – туризма 27 сентября отметят Всемирный день туризма. Миллионы людей ежедневно совершают заграничные поездки и кратковременные походы, отправляются на различные экскурсии или самостоятельно осматривают достопримечательности. Подобное тотальное увлечение новыми впечатлениями не могло не отразиться в календаре. В Туве в честь этой даты пройдут ряд мероприятий. Так, по приглашению республики с 20 по 22 сентября в регионе будет проводиться сертификация туристских маршрутов и гидов-экскурсоводов. Для этого в столицу приедут эксперты по сертификации в сфере туризма Людмила Сафонова из Екатеринбурга и Максим Фоменко из Красноярска. Также 26 сентября в Доме туризма на территории скульптурного комплекса «Центр Азии» пройдет семинар «Ресторанный сервис и сервис в придорожном кафе». Здесь же днем позже, 27 сентября, пройдет церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса «Юный гид-экскурсовод». Как сообщают организаторы, это Министерство культуры и туризма региона, самым познавательным мероприятием станет республиканская выставка туристского потенциала и семинар совещания по трансграничному туризму, которые пройдут 28 сентября в 10 часов в гостинице NSI. Ну а завершает цикл мероприятий республиканский слет работников отрасли туризма, который намечен на 29 сентября в Тандынском районе на турбазе «Арголик». Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс». 16 октября в Национальном театре. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овавиол. Новый закон коснется всех собственников дачных участков. Как сообщила кадастровая палата Тувы, с 1 января 2019 года вступает в действие федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Напомним, что на данный момент в России насчитывается около 9 различных организационно-правовых форм товариществ. После вступления нового закона останется в наличии только две формы. Это садоводческое некоммерческое товарищество и огородное некоммерческое товарищество. Иные же формы будут отменены, а дачных хозяйства автоматически станут садоводческими. В свою очередь, на садовых участках можно строить капитальные строения, в том числе жилые дома, а на огородных участках могут быть размещены только некапитальные постройки, предназначенные для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Именно на это просят обращать большое внимание при покупке дачного участка кадастровой палаты республики, поскольку после вступления в силу нового закона будет невозможно оформить жилой дом в огородном некоммерческом товариществе с целью регистрации или постоянного там проживания. Также новое законодательство обязывает всех собственников земельных участков, даже не состоящих в товариществе, оплачивать взносы. Причем платить нужно будет не только за содержание общего имущества, размер взносов будет принят на собрании товарищества и прописан в его уставе. Таким образом, новый закон уменьшает количество организационно-правовых форм товариществ и более детально описывает права и обязанности участников, предоставляет возможность регистрации недвижимости и постоянного там проживания. Создание расчетного счета дает уверенность в прозрачности ведения бухгалтерии как для налоговой, так и для участников товарищества. Определена главная тема предстоящего совещания Сибирского соглашения в Кызыле – это транспортная доступность Тувы. Напомним, регион впервые принимает соседей по Сибирскому федеральному округу в формате Сибирского соглашения. Это произойдет на следующей неделе, а пока Тува завершает фазу активной подготовки к форуму. Сам губернатор Тувы тоже впервые проводит крупное межрегиональное мероприятие в статусе избранного руководителя Сибирского соглашения. В свою очередь, Шалбан Карол отметил, что имеет очень хорошие товарищи
дружеское отношение с главами регионов Сибири. И это помогает наладить общее дело, прежде всего, по транспорту и межрегиональному сообщению. Вот что написал Корол на своей страничке ВКонтакте. Очень большое значение придаю визиту сибирских губернаторов, которые приедут в Кызыл в конце сентября в рамках межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Здесь нам важно показать нашу готовность жить в семье Сибири не просто на правах равного партнера, который тоже вносит свой вклад в экономику и социальное обустройство, но как регион, имеющий объективные проблемы, но который старается их преодолеть. Между тем, глава Тувы подытожил о договоренности с руководителями Республики Хакасия Кемеровской области о строительстве дороги, которая даст возможность людям добираться до Новосибирска, минуя Большой Крюк, через Красноярский край. Здравствуйте, дорогие друзья, и вот настал тот день. Сегодня мы будем с вами вручать вот этот iPhone 7. Дарить мы его будем учащимся этой замечательной первой школы. К слову, моей родной школы, окончила я ее в 2003 году. Сегодня здесь учится мой сын Данила. Он в 7 классе учится, и, к слову, у него физику преподает замечательный педагог Галина Николаевна Сухова. Она еще учила меня. И вот сегодня мы идем сюда. В этом классе он учится. Здравствуйте, можно? Можно? Здравствуйте. Мы пришли к НРОЛу. НРЛу, да. Выходите. Мы немного времени займем, не будем вас отвлекать. Дорогие друзья, знакомьтесь. Это НРЛ. Меня зовут Константин. Он очень разносторонний и талантливый человек. Я знаю, что ты неоднократный призер в спортивных танцах. Также ты играешь на гитаре, да? Играешь в баскетбол, хорошо поет. И помимо всего этого, у него еще хватает времени, но самое главное, на учебу. Он очень хорошо учится и хочет поступить в СФУ. Это Сибирский федеральный университет в Красноярске, насколько я понимаю. И вот за все его положительные качества, за все его старания мы сегодня ему вручаем вот этот iPhone 7. Спонсор прогноза погоды «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! «Отличные наличные» – займы до зарплаты. По республике ясно, без осадков, местами переменная облачность. В Кызыле ясно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 10, плюс 12. Устали играть в догонялки с зарплатой?
Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты.